Вот такой вот старенький, но аккуратненький Hewlett-Packard сегодня долбанул. Руки кривые, старые, так что придется, наверное, распрощаться с ноутбуком. Жесткий диск снял, информацию перекинул на другой. А этот, вот посмотрите, что случилось. Видите, только все остальное разбито. Пух. Переключил на большой монитор. Вот, видите данные. Вот. Системного диска нет. Ну, сейчас мы откроем CD-ROM. Здесь кнопка. Попробуем, не знаю, загрузочный диск, нет, сейчас попробуем загрузиться с него. Что он пишет? Любую клавишу нажали. О, зашумел. Еще раз нажал. Чуть не хочется с него грузиться. Так, сейчас поищу что-нибудь другое. Жмем F4. Вот загрузка с CD-ROM пошла, здесь ничего не видно, битая. Ну, вот пошла. Установка Windows, в общем, пошла. Жесткого диска нет уже, так что такого счастья не будет.